ждет апгрейд Казани. В городе открывается второй мега-магазин электроники «Медиамаркт». Вам доступна новая версия «Казань 2.0». Только с 14 по 17 октября. Ноутбук Lenovo, двухъядерный процессор Intel, Windows 7. Всего за 13 777 рублей. Инновационное открытие «Медиамаркт». Инновации, доступные каждому казанцу. «Казань-версия 2.0». Открытие второго мега-магазина в полночь с 13 на 14 октября. Проспект Победы, 91. «Медиамаркт». Отправитель – жена. Инновации, доступные каждому казанцу. «Казань-версия 3.0». Прогрессивное открытие третьего мегамагазина. Сегодня в полночь. Проспект Ямашева, 46, Молл Парк Хаус. «Медиамаркт». Я считаю, что она очень успешная, то есть она действительно работает. И «Медиамаркт», я считаю, приложил много усилий, чтобы добиться этих успехов. Промоушен
магазин, можно сказать, отличный магазин, широкий выбор, приветливые консультанты, все доступно, объясняют. Медиамаркет, бик яхшу магазин. Thank you.